пароходиком улетаем. Разбилась? Капец. 15 часов летишь. Пели-пели-пели снег. Не могу сказать, что здесь сильно соскучилась. Они папины вкусняшки. Дурашки. Домой. Все, короче, мы едем домой. Наконец-то улетаем. Сейчас сдали наш багаж. Мы уже находимся в аэропорту. Пхукета. У нас 5 чемоданов. На Нюха спать. Клика у красавки дай. Вот. Сейчас идем дальше, немножко покушаем, да, будем уже самолет садиться. Спасибо, аэрофлотиком улетаем. Bye. Thank you, bye. У Миланы в рюкзаке была свечка, а Милана додумалась швырнуть свой рюкзак наверх и шлепнуть со всей силы об землю. И что, разбилась? Разбилась? Ну я же тебе сказала. Серьезно? Убери руки, убери. Капец, Милана убирает оттуда руки стекло. И оттуда ничего не доставай вообще. Блин, ну мат и палата, ну как кто так делает, а? И вот это тоже можно выкидывать. Нет! Сразу. Там стекло. Милан, я тебе сказала, все, что будет содержаться в рюкзаке, нужно будет выкинуть. Мелочное стекло, которое внутри попалось, оно не выбывается и может попасть тебе. Летим, летим, полет. 5 минут полет нормальный. Мы уже, наверное, сколько летим? Часа 2-3, да? Да, но нам довольно много сейчас. Вообще 11 часов лететь, чтобы вы понимали. 11. Всего 11. 10 часов 45 минут. А я не знаю, я не засыпала время. Я думаю, что где-то еще 7-8 часов. А все расслабляйтесь, получается удовольствие. Я смотрю Моану. Крыска! Они папины вкусняшки. Дурашки. Классно, когда есть все-таки экран, где ты можешь посмотреть прикольные всякие фильмы. Это, конечно, очень удобно. Я уже снял там снег, прикинь. Ладно. Да. Пели-пели-пели снег. Не могу сказать, что здесь сильно соскучилась. Мы убитые. Салют всем. Знаете, сколько времени? 4 утра. У нас жесткий джетлаг. Не знаю. Наверное, еще пару дней надо будет так пожить. А вот еще кто не спит. Мне кажется, все не спят, просто Даня валяется. Почему-то Данька, он столько спит. Хотя он всегда просыпается раньше. Почему ты проснулся в 4 утра? Почему ты проснулся в 4 утра? В Тае сейчас 8 утра, в Москве нет, 4 утра. Уже, наверное, 5 где-то, поэтому сейчас уже 9. Нет, еще нет 5. Да. Вероника вообще сегодня в 3 утра проснулась, в 3 ночи даже. Но мы привыкли там в 7 вставать. Мы вчера летели 11 часов, чтобы вы понимали. У нас сейчас такой жесткий, конечно, жесткий, психический какой-то нервоз. Тупёж и прочее, ладно. Сейчас скоро погоним в магазин или куда-то завтракать. Нет, в Омега-кафе. Закрыто еще в Омега-кафе. Да, твое. Не говори. Уже 8 открывается или 7. Так ты до 8 утра будешь голодать 4 часа, что ли? Не голодай. Я пас. У нас дома холодильник практически пустой. Ну как, это все с Таиланда. Тут, я не знаю, максимум орехи. Но позавтракать особо сейчас нечем, поэтому хотим поехать сейчас в Азбуку закупиться. А может быть, там сразу позавтракать. Тем более Данюшка уже проснулся. Я пошел заводить машину. Пробовать, во всяком случае. Потому что месяц она у меня не заводилась. Нет, она у меня автоматически заводилась. У меня настроена через приложение, через Цезарь. Она у меня автоматически заводится. Блин, какой же я пуш, ё-моё. Ладно, короче, я погнал. Ну что, мы приехали на завтрак. Сейчас будем завтракать, а потом уже закупаться продуктами. Милана уже лопает варенье с утра пораньше.
А у меня вот такое мощное капучино. Ребят, мы приехали с супермаркета. Да, смотрите, сколько пакетов у нас тут. Сейчас немножко покажу, что мы купили. Во, смотрите, какая гора у нас всего тут. Давайте немножко покажу, расскажу, что мы сейчас начали кушать. Что у нас тут есть из необычного. Мы сейчас в последнее время начали употреблять печень трески. Причем берем именно такую. Что очень классно, в ней очень много омега-3, витамина Е и витамина А и витамина Д. Поэтому прям вот эта бомбовая печень трески, советую ее. Что еще из необычного? Фисташковое молоко, есть молоко миндаля, есть у нас тофу, не знаю, кто ест, это тоже бомбический завтрак иногда Вероника готовит. Еще что из необычного, мы стали есть оливки. Это знаешь, скажи это, когда приближается старость, тогда ты ешь, начинаешь есть оливки? Нет. Козий сыр. Прикольная штука камбуча. Кто не знает, что это такое, я могу чуть попозже об этом, может быть, в своем инстаграме рассказать. Органические яйца мы берем, вот такие вот. Тут еще есть, допустим, квашеная капуста, ягоды и все, короче, все, что вы видите. Ну, это такой небольшой обзор нашей корзины, примерно, что мы употребляем в каком-то там рационе ежедневно. Я сейчас пойду готовить баню. Сегодня позвали родителей к себе, а нам надо немножко восстановиться после перелета. Вообще, вот если у вас был, допустим, длительный перелет куда-либо, и вы хотите быстро вот прям выйти из этого джет-лага, советуют баню. Вот реально баня, она помогает быстро восстановиться и выйти вообще из часовых каких-то вот этих вот поясов, к которым вы привыкли там ранее, да, там с Таиланда, допустим, прилетает, кто-то из Доминиканы прилетает, там где 12-часовая вообще разница, там с Южной Америки, со Штатов, неважно. Баньку затопили или там в баню сходили, неважно, офигенно помогает, реально сразу быстро ты выходишь из этого вот просто вот временного ресурса, в котором ты был ранее, и переходишь в свое вот это уже время просто на изи. Так, ну что, готовлю я нашу баню. Сейчас налью джакузи полностью в воду. Я приехал, там месяц вода стояла, я ее все слила, но такая была не очень приятного цвета, поэтому я полностью это все помыл, провозился с этой штукой, сейчас будем заливать. И, естественно, я буду сегодня топить баньку.